Какая красота сияющая. Просто посмотрите, как все красиво. Прям сразу мне вот прям сразу хочется Новый год. Такой сюрприз устроить кому-нибудь с утра 1 числа или на Новый год. Ребят, привет. Мы сегодня сходим с вами в Ашан. Посмотрим, есть ли там какое-то новогоднее настроение, что вообще есть к Новому году, какие цены. Вот поэтому я думаю, будет интересно. Оставайтесь с нами, пойдемте вместе с нами гулять и смотреть, что интересного у нас в Ашане. Рада вас видеть. Приветствую нас, Ашан. О, вот это Новый год. Да, вот здесь вот, о, вот здесь прям Новый год, ребят, смотрите, оцените атмосферу. Мне кажется, прям очень круто. Здесь всякие елочки вам, пожалуйста, 1100 рублей стоит такая вот елочка. И Дед Мороз, и все. 2300, вот такая елочка. Украшения есть, вот шарик. Да, цены нет, потом поищу где-нибудь цены. 2000 маленькая елочка. В общем, вот где, ребята, новогоднее настроение. За новогодним настроением все идем сюда. Тут куколки есть, не ценит. Не ценит, я не вижу, найду сюда. Вот такие всякие красивые елочки, высокие, большие. Вот, смотрите, какая красивая елка пушистая. Здорово. Вы вообще какую елку ставите дома? Искусственную или натуральную? Как вам больше нравится на Новый год? Да. Здесь вот куча мишуры. Всякой разной. С этой стороны еще покажу вам елочку. Фигура, вот написано, фигура подвижная, 830 рублей. Наверное, Дедушка Мороз стоит 830, в принципе, не очень дорого. Для таких украшений больших. Ой, ну все. Здесь, короче, можно застрять надолго, ребят. Вот. За 6000 елочки. Всякие-всякие вот такие, смотрите, какие красивые звездочки. Да, красивая звезда, мне кажется, очень. Вот так, пода всякая мишура разная. Разная ценовая категория на мишуру. Любая, какая хотите. Вон там гирлянда светится, мерцает. Нет, гирлянда тоже, вот цены. Останавливайтесь, смотрите. Разные тут по метражу, по сиянию. Вот всякие разные гирлянды есть. Вот гирлянды тоже светящиеся. 400 рублей. Здесь веночки всякие тоже разные. Давайте по ценам. Вот красивые, за 426. Веточки для украшения. Вот эта звезда, кстати, стоит 630 рублей. Вот такая вот маленькая есть за 170. Веточка из шишек за 460. Так. Обертка, ручная бумага. 145 рублей. Здесь всякие елочки тоже красивые. Видим, с подсветкой. Вот без подсветки по 100 рублей. По 120. Украшенные, как подарочки можно дарить, да. Вот бычки по 700, символ этого года. Шарики. О, какие шарики. Так, 35 рублей, 350 рублей. Грибочки по 90. Вот большие шарики по 130 рублей. Вот такие вот красивые, 85, о, вот такие по 95. Посмотрите, какая красота сияющая. Просто посмотрите, как все красиво. Прям сразу мне вот прям сразу хочется Новый год. Вот эти вот штукенцы, да, всеми любимые шарики. Вот такие есть еще с олененком. Любите такие шары? Сразу в голове это джингл-беллс. Вот такие шарики красивые, фактурные, 100 рублей. Вот.
Ну, цены разные, но в целом, как бы, за большие шары в районе 100 рублей, 90 рублей, вот. Вот такие, смотрите, тоже шары красивые. Не знаю, что значит эти буквы. Xmas. Xmas. Вот что там написано. Там написано Xmas. Как сразу не догадаешь, написано Xmas. Типа Merry Christmas. Christmas. Вот так. О, смотрите, какие огромные вот шары прям есть. Огромные красные шары. Непонятно, сколько стоит. А вот 350 рублей. Ну, он прям вот шар так шар. На огромную елку повесить. Очень здорово. Так, здесь вот всякие палочки. Вот такие веточки по 140 рублей. В общем, если хотите новогоднего настроения, бегите сюда. Хлопушки. Вот тут большие шары, звездочки, разные другие украшения. Вы же останавливаете, смотрите. Очень-очень-очень-очень много всего новогоднего в Ашане. Красивые павлинчики вот по 170 рублей. Что-нибудь по 100 рублей звездочки. Вот бабочки по 170, да, разные куколки. Украшения 100 рублей. Вот этот мне нравится, красивый. 180, да, такой же снеговичок есть. Вот снеговичок 170. Балерина. Вот стеклянная красивая игрушка 650. Балерина тоже 690. Ну, дорогая достаточно. Вот такие вот есть гирлянды по 240, по 220. Вот. Здесь вот есть такие вот по 240 рублей тоже. Красивые. Много-много. Вот хлопушка 120 рублей. Вот в другом цвете шары 350, 130, вот такие красивые, знаете, как переливающийся дискошар, да? Ну, ребят, тут ходить не обойти, если честно, очень много всего. Останавливайте цены, смотрите, смотрите, какие обалденные шары. Просто очень красивые. Оу-хоу-хоу, что вы там несете, оу-хоу-хоу? О, Дед Мороз, который ползет по окну, да? Да, как там? Все, мы его покупаем. Сколько он стоит? 500 рублей. 500 рублей стоит вот такой Дед Мороз, который ползет. Его нужно подвешивать с обратной стороны окна. Короче, он как будто ползет к вам, да? Да. Прикольно. Хоу-хоу-хоу. Ты посмотри, сколько здесь всего. Я говорю, что нам не обойти все за день, наверное. Вот, смотрите. Вот такие какие-то всякие. Вот такие колокольчики. Ну, не стеклянные, а вот. Ну, такого из мягкого какого-то материала. Классные. Какие-то мишки тут. Вот какие-то вот такие. Это подсвечник, кстати. Туда внутрь ставится свечка. А, нет, он включается. Ну-ка. Интересно. Там, наверное, нету батареек. Но, в общем, вот он тут вот включается. Да, можно купить. И подарочную упаковку, мы говорим. Вот такие вот они. Не вижу я на них цен почему-то. А вот фигурка-медведь. 860 рублей вот такой стоит. Здесь 650 вот этот стоит, насколько я понимаю. А? Вы куда будете собирать все? Что собирать? Хлопушки дома. Мы их дома пульнем, а потом собирать. Добрый муж предлагает пульнуть дома на Новый год хлопушки. Мы как-то раз пульнули, знаете... Тихо, ты меня без маски не показывай. А, все, вот. Я маска? Вот мы один... Писать уже в этой маске не могу. Мы один раз пульнули, короче, так, знаете, я потом год собирала. Вот, но... Ничего против не имею. Вот такие вот подвесочки по 20 рублей. Слушайте, ну тут реально очень красиво. Вот была бы моя воля, я бы, наверное, скупила вообще все. Вот мишка сколько стоит. Это шар набор 420. Вот такой набор шаров стоит 420 рублей. Много-много штук. Сколько их тут? Не вижу, сколько штук. Но, в общем, их тут очень-очень много. 48 штук. Вот тут снежинки по 20 рублей, звездочки вот такие, смотрите, красивые, по 95 рублей украшения. Вот такие шарики, сделанные под стекло, по 90. Вот. Вот такие, смотрите, тоже красивые. Вот такие.
Оп. Здесь внутри с блесками. Тоже стоят сколько они? 80 рублей. Вот такие 100 рублей. Вот, вот такие вот. Тоже красивые. 95. Вот такой набор 300. Ой, ну тут, ребят, я даже не знаю. Вот в золотом цвете есть. В общем, наверное, если все снимать, мы тут можем 3 дня ходить. Вот такие вот красивые. Можно снаружи такой заклеить. Да, можно? Это многоразовые наклейки? Я не знаю, многоразовые, да? Не понимаю. А, наклейка декоративная для украшения помещений. Ну, она что там, снимается. Вот. Аккуратно прижмите. Можно взять, украсить квартиру к Новому году. Не, я имею в виду, это в подъезде, снаружи. Ну, в подъезде, я поняла, как в подъезде. Снаружи дверь украсить. Вот такой маленький веночек есть. Хлопушки будут маленькие? 90 рублей. 60 рублей. Это все с хлопушками ходит? Ну, все около хлопушек ходит. А? Все около хлопушек, говорю, ходит. 50 рублей хлопушка, да, стоит? Вот тут вот 160, вот такие красивые. Ну, ребят, тут, в общем, не знаю, это нужно отдельно идти на целый день, наверное, в Ашан и ходить, ходить, ходить. Вот такие. Давайте я просто пройду вот так, чуть-чуть вам покажу. Да возьми, возьми хлопушки. И такие какие-то веточки, смотрите, для украшения тоже. Красивые. Для тех, кто занимается рукоделием и делает всякие разные поделки, мне кажется, это просто вообще рай. Вот за 100 рублей. Ой, снеговички, наверное, это. Вот эта куколка 940, Снегурочка стоит. А, это Дед Мороз тут с лампочкой. Цены, конечно же, нет. А вот 1200. Такие мелкие шарики. О, ребят, в общем, я бы тут осталась до Нового года прям. Вот наборы по 300 рублей из мелких шаров. Внизу по 120 набора. По 50. Такие вот украшения разные. Дед Мороз, да. Так, вот такие пингвинчики, мишки. Маленькие мишки 150 там. Так, вот 730, вот светильники, белочки, ежики. А, здесь опять гирлянды, наклейки. Декоративные 90, 70 рублей, 170 рублей, 60 рублей. Вот такой огромный из мишуры колпак есть. А, вот здесь, собственно, вот эти, как они называются-то, большие в Икее мы с вами видели, носки. Здесь 250 рублей стоит он. Вот огромный мешок 180, вот такие есть красиво 530 рублей. На любой вообще кошелек есть украшения. Вот такие вот красивые. Выигрушка. 100 рублей с бычком, 200, 220 украшены. Вот с Новым годом красивый шар. 170. Разные. 200. В общем, я снимаю, вы смотрите. Ой, я бы все купила, все бы я купила. Вот, смотрите, какие мишки 250. Вот такие балеринки 180. Ангел называется. Вот такие, очень красивые. Ой, вот смотрите, какой милый Дед Морозик 220. Ой, вот какая прелесть, ангелочек. Подвеска 150. Бычок 250, коробка. Ой, вот ангелочек очень милый. Вот ангелочек очень милый, 200.
Блин, невероятно на самом деле, сколько тут всего. Вот такие подвески, снеговики, они светятся. Там нет батареек, наверное, в общем, 115 рублей. Обалдеть. Я никогда не была, если честно, в Ашане перед Новым годом. Поэтому для меня это все в новинку. Вот тут домики 93. А прикольно, на самом деле, как подарки, знаете, коллегам по работе, да. Ну, как бы. Обычные красивые игрушечки. Здесь искусственный снег, да? Снег, спрей белый. Сколько стоит? 120 рублей. Спрей для творчества. Снег здесь. Это масса пластичная, радужная. О, украшения, кокошники. Всякие наряды маскарадные 200. В этом шляпы какие-то. Шарфы. Очки, ободки. Украшения для карнавала тоже. Прекрасно выглядишь. Всякие карнавальные украшения. Здесь тоже есть маски. Эти светящиеся очки, светящиеся на голову наклейки. Нос клоуна. Аквагрим даже есть для девочек. Заколки для волос. Очень много мягких игрушек. Очень много. Ой, вот здесь еще карнавальных костюмов очень много. 570, 300, 650, вот волчок. 600, 600. Вот здесь платьишки. 1200, 1300. Мешки для Дедов Морозов. Вот костюмы 1000 рублей. За карнавальными костюмами то есть, да, вот украшения для дома. Вот сколько стоят тут подушечки? 730. Жизнь хороша, жуй не спеша. 450. Плед за 650. Вот такие вот наборы. 340 с полотенчиком, красивые. Так, здесь что, тоже наборчики. Елочки 350. Вот сова 220, набор подарочный. Вот набор подарочный 150. В общем, можно уже идти и покупать подарки. Очень много всего. Все невероятно хочется сразу, мне, по крайней мере. Я люблю Новый год. Это все, что с Новым годом связано. Вот огромная хлопушка. Мне кажется, такую хлопни, и весь дом будет засыпан. Вот тут какие-то хлопушки по 20 рублей маленькие. Шарики. Вот такие есть коробки. 400 рублей и 450. Вот. Тоже как подарки. Вот такой вот милый ёжичек. Не знаю, что он здесь забыл, потому что здесь только коробки стоят. Вот. Ой, смотрите, какие шарики красивые. Наверное, 170, которые стоят, смотрите. Это белочка в снегу. Красиво. Смотрится. Вот такие красивые. Да. 300 рублей. В общем, невероятная красота. Вот. Смотрите, просто вот от входа и до сюда это все Новый год. И вот туда уходит тоже Новый год. Очень огромное количество всяких игрушек. Вот, еще покажу. Смотрите, как мило. Такой сюрприз устроить кому-нибудь с утра 1 числа или на Новый год. Смотрите, очень красиво украшен. Всякие тоже варианты украшения. Да. И тут есть что-то тоже красивое, всякие мишки.
Если как вариант подарков, знаете, очень много всяких разных и бюджетных тоже деткам, да, и взрослым вот какие-то игрушечки. Вы вообще как, что дарите обычно на Новый год? Дарите ли подарки? Вообще любите ли дарить подарки, получать подарки? Расскажите в комментариях, нам будет интересно почитать. Вот всякие ледянки деткам, тоже в разную цену. Такие есть ледянки, есть вот за 1800, за 1300, за 700, вот такие, смотрите, большие, по 870. Такие надувные санки есть, 2300. Тюбинги. Тюбинги 3 и 3600. Пойдемте, там еще есть новогодние одежки детские. А вот здесь, кстати, есть валенки какие-то, смотрите. 1400, 3900. Тапочки новогодние тоже. Как подарочек, очень миленькие. Сколько только стоят они, неизвестно. Не вижу цены, но вот. Выбор огромный, всякие разные, красивые. Так, пойдемте здесь вот детские новогодние костюмчики. А? Я здесь. 330. 980, вот 600 рублей кофточка, 250, круто. Вот тут вот какие-то тоже одежки, вон там есть красивая кофточка, пойдемте посмотрим. Вот кофточки разные, по 250 рублей. Там по 500, здесь и теплые 800, здесь всякие тоже по 700, но это уже не очень новогодняя, а вот это прям новогодняя. Ну, в принципе, футболочка 250 для новогодней ночи, мне кажется, неплохо. Вот есть какие-то за 800, кофточки, свитер 1300. Вот такие небольшие наборы, подарочки, да? Это уже тоже как к Новому году сделано. Всякие шампуни, гели для душа. Ну и вот они набором тоже. К Новому году много разных. Но тут уже надо конкретно смотреть. Кому что нужно. Вот наборы всякие. Кто залез к маме на руки? Ика. Ика. Так, идем дальше по Ашану. Смотрим, что еще мы тут интересного найдем. Так, вот для взрослых тоже есть всякие новогодние. Мужские кофточки 2000. 2000, 1300. Для мальчиков тут, для малышей 600. 300. В общем, великая масса вариантов вообще. Вот здесь какие-то симпатичные кофточки. Так, 760 рублей. Вот кенгуруми есть 1200. Внизу есть классные тапочки. Носочки по 120 рублей. По 160, теплые, красивые носочки. Можно тоже кому-нибудь подарить, наверное. Хоу-хоу-хоу. Да? По 800 рублей кофточки. Мужские, да, это, наверное, кофта 800. 800. Вот, пижамка за 1500 стоит размер S. Но не. Вот тут какие-то футболочки.
женские, я думаю, 600 рублей. Мороз, да, мороз. Дед Мороз там. Папа у нас нашел кепку. Так. Вот как бы я не любил Ашан, вот в этот раз он меня прям порадовал своими вот этими всякими штучками. Красота, красота. Да, здесь на, значит, на нижнем этаже мы спустились по траволатору. Здесь есть подарок к Новому году шоколадный. 800 рублей проше, большой Линдор. Да, есть такая конфета огромная. За 650. Такой набор, блин. Эта штука. Непонятно, сколько она стоит. Нет, ценник, ладно, найду, скажу. 1100 конфет с оренья. 1300, такие вот 1200. Тут наборы можно собрать, показано. С другой стороны обойдем. Вот Чириссимо 700 рублей конфетки. А вот такие вот 900 рублей. Мерси, ну мерси. Тоже нету ценника на мерси. А вот ценник на мерси 300 рублей. 300, такие тоже 900. 590 вот такие. 900 рублей. Пару фейзер 800 рублей. Большие Ferrero Rocher 1100. Такие Golden Gallery 390. 650 побольше. Рафаэлла большая 1400. Вот. И 400 вот такие маленькие Ferrero Rocher. Здесь дальше алкоголь. Да, шампанское, просекко 600. Ух ты, 660 вместо 1200, скидка 50%. Мартини Асти 900. Да, мартини Асти в красивой упаковке есть 900. Вот. С этой стороны что? 700 рублей просекко. Вот они, да? По 700 рублей. По 600 рублей. Вот. Такие цены на подарочные вины. И вот здесь тоже сделаны в виде подарков, да? Мартини 900 вместо 1000 получается. Maker's Mark в прикольной такой вот упаковочке, да, есть. Сейчас найду цену на него, пока не вижу. Найду, скажу. Ну, интересная задумка. William Lawson вот такой упаковочке стоит 800 рублей. Здесь Bondi's с бокалом. Вот он 1250. Maker's Mark, так пока я не вижу. Пойду, пойду с другой стороны, может быть, увижу цену. Вот. Задумка прикольная, цены почему-то нет. Ну, сейчас здесь посмотрим. Тоже Bacardi пряный, новый. Но он, по-моему, не новый, насколько мне известно. Он уже старый, я бы сказала. Посмотрим, сколько он тоже стоит. Ну, он не новый, он раньше тоже был. Вот здесь вот есть. А вот Maker's Mark. 1800, вот эта маленькая бутылочка, да. Здесь есть еще Jim Beam, Sensation Prosecco, большая бутылка. Русский стандарт, Chivas, да, 1800 бурбон. Так, такие интересные, мне кажется, варианты. Да, Bacardi 1000 рублей. 1250 Балантайс, как я и говорила. Гермайстер. Но почему-то нигде нет ценников. Так что не могу. Пойду поищу их на стендах. Если на стендах есть ценники, я вам сниму.
Так, мы дошли до шоколадных подарков. Идем конфеты смотреть. Ики с папой идет смотреть конфеты, мама для вас идет смотреть. Ай-ай-ай-ай-ай. Так, смотрим. Шоколад Милка 200 рублей. Куча Дед Морозов киндеров 240 рублей. Вот такие вот тоже киндеры. Они, видимо, тоже 240, по крайней мере. А нет, вот они 150 рублей фигурка. Дальше. Вот тут новогодние подарки. 90 по 90 рублей. Так, давайте посмотрим. Любимый с детства маскарад 200. Со смешариками есть набор. Здесь цены разные на наборы. Вот тут куча. Вы, в общем, останавливайте, смотрите, потому что если я буду к каждому подходить и перечислять, это будет, конечно, очень-очень-очень долго. Даже от Haribo есть золотой мишка, поздравляет с праздником, 890 рублей. Вот. Тимми Снежка Леп 450. А здесь есть вот в виде машинок подарочки. Да, стоит 500 рублей. Здесь подарочные чаи есть. Здесь вот подарочные от Milky Way. От Milky Way. 250. Вот тут Snickers Milky Way набора 250. Вот тут бутылочки 500 рублей, да. Золотые мишки Тлин. 290 рублей мишка. А дальше здесь с героями холодного сердца есть какие-то наборы. Это чай. Там какие-то мишки. Здесь с кружками чайные наборы. В общем, подарков очень-очень-очень-очень-очень много разных. Акбар, это чай, это все чай. Чи-чи-чи. Всякие красивые упаковки. Даже на подарочные очень классно, мне кажется. С кофе, вот, лаваза. 300-350. Нескафе, Давыдов, Карт-Нуар. А дальше, вот с этой стороны еще... Это Милка и Барни 220, там Орео 190 рублей. 300, 100, Твикс 109. Вот с холодным сердцем печенье грибочки. Три кота грибочки тоже по 90 рублей. Здесь M&M набора, M&M 250 рублей, такие в виде сапожка. 190 рублей. Это календари, кстати. Здесь внутри, по-моему, Snickers. Вот, вот, да, верни, там вот они, конфетки. Там, да, Марс, Snickers. Единственный вопрос, тут всего 16. Тут их как бы даже не 24, чтобы до Рождества. Ну да. Ну... Вот, очень крутой, мне понравился, смотри, какой. Здесь. Вот Милка, кстати, набор. Вот. Тоже календарь, да, Милковский? Вот. Сладкий календарь, 500 рублей. Линдовские. Линдовские красивые, с да, мишками. Да, конфетки и мишки всякие разные. Вот конфетки, мишки. Он по скидке 750 стоит. 750, а Милка 500? Милка вообще 500 рублей по скидке, да. И он, причем в нем 30 штук. 30 штук, скажу. Да. Вот. Правда, они половину уже разорваны, и люди разрывают. Но здесь там, тоже там вот, конфетки. Да, там конфетки все новогодние такое. Шоколадки все прям... маленькие, да, Орео вон есть. Прям Милка-Милка такой, прикольно, да. Прикольно, вот это классно, мне нравится. Вот просто вот по скидке он дешевый, да, 360 рублей, в принципе. Ну, он бессмысленный, потому но что... Ну, 16 штук, да. 16 штук, как бы. Не туда и не сюда, получается. Очень крутой календарь вот это. Сейчас я дойду, здесь киндеровские, да, наборы. Ну, киндеровские, да. Сколько он стоит, киндер? 850. Киндер. Здесь тоже 31, получается 31, новогодний календарь. Класс. Вот такие есть наборы, 460 киндеровские, вот такие 490. Да, вот он 850. Вот он 600. Он был заклеенный, да? Ну, как бы вот видно, да? Просто он приоткрытый уже был, лежал. Ага. Вот тоже он что-то в районе
500, наверное. 499. Да. Вот какой-то с Новым годом. 250, ну, конфеты. Вот. Но я не увидел дешевых календарей, которые были по 150. Новогодние. Вот 109 какие-то бралине подарочки маленькие. Такие, чисто символические. Вот. 250, 109. Киндеры тоже интересные, 650 рублей стоит. Вот маленькие звездочки 140, киндеровские 180, домик 260, миди микс, средний микс, да, это вот треугольничек. А здесь Феррера 250, 240, милые наборчики. 160 Рафаэлла, тоже можно на елочку весить, 250, вон большие яйца киндеровские, 330, новогодние, 330 и по 90 рублей маленькие, 600 рублей наборчики, я еще снимаю. А, ты еще снимаешь? 500 рублей наборчики, 600 рублей. В общем, тут реально на любой кошелек, мне кажется, и для по поводу, ну, в общем, для любого случая всем можно. Таблерона 260 есть вот. Наборы. Это конфеты Киткат внизу в виде конфеты 210. Марципан, смотри, какая красивая коробка марципан 440. О, лоловский набор для любителей. 200 рублей. 200 рублей стоит. В общем, ребят, приходите в Ашан. Тут по-любому найдете 300 на любой кошелек, да. По-любому, любому человеку, в принципе, можно подобрать. Большие за 500 линдовские, 340 шоколадки. Вот яйца эти, как они, как холодное сердце, да, 230. Вот какие-то сюрпризы, яйца карамельные, тросточки дешевые, Маша и Медведь. Вот такие тросточки есть, вот такие тросточки, в общем, вот леденцы всякие разные новогодние, пожалуйста, Дед Морозы. Яйца, игрушки. Ну, в общем, вот такой вот шоколадный рай для сладкоежек. А вот здесь вы можете просто купить подарочную коробку любую и самостоятельно собрать все, что вы хотите. А внутрь этой коробки здесь есть разрез конфеты, да, тут какие-то вот безешки, там шоколадки. Ну, просто купить любые, да, какие вы любите. Какие там вы хотите подарить, может быть, вы не хотите там покупные сладости, да, делаете сами, можно тоже купить такие вот и собрать такой вот небольшой подарочек своими руками. Тоже, мне кажется, очень интересная идея к Новому году. Вот здесь есть пряничные домики за 350 рублей, вот такие вот, да, Casita de... Что там внутри, давайте посмотрим. В пряничных домиках. Ну там вот сами, собственно, пряники. И даже есть инструкция, как делать пряничные домики. Здесь вот разные прянички. Да, прянички. И вот что хотела вам еще показать. Вот это вот набор, вот такой вот мы делали вайсовский набор домик. Он есть на канале у нашей дочери. Я ссылку на него оставлю.
Это очень прикольный набор. Мы делали и такой, и другой. Просто в записи есть только домик. Вот, а поезда, к сожалению, нет. Но он очень прикольный, очень интересный. Детям нравится. И за 550 рублей это прям нормальная цена для такого большого набора. Там внутри и сами прянички, и вот сами украшения, и сахарная пудра для того, чтобы можно было сделать глазурь для склеивания. Вот, ну и здесь Милки. Вот такой у нас получился обзор новогоднего Ашана. Надеюсь, мы были вам полезны. А если мы были полезны, то поставьте нам лайк, подпишитесь на наш канал, напишите в комментариях, как вам вообще ассортимент и выбор в Ашане. Покупаете ли вы к Новому году подарки? Какие подарки покупаете? Любите ли вы сладкие календари? Покупаете ли вы украшения на каждый Новый год? Ставите ли елку? В общем, расскажите, нам будет интересно. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока!